Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео «Спросите у Татьяны», где мы говорим о самых интересных аспектах русской грамматики и лексики. И если вам нравится, пожалуйста, ставьте лайк, лайк, лайк. И сегодня мы продолжаем нашу серию слов, где одно слово – это единственное число, значит, только одна вещь, и второе слово будет множественное число, то есть две или больше. Это одно слово, идентичное слово, но что это значит? Это будут разные вещи. И сегодня это взгляд и взгляды. Взгляд и взгляды. Вы видите, взгляд он один, взгляды много. И это одно слово, но это значит разные вещи. Давайте посмотрим. Хорошо, взгляд есть два варианта. Номер один – это просто как мы смотрим, манера смотреть. Взгляд. Это взгляд. Да, я смотрю, какой взгляд. Например, можно сказать, какой страшный взгляд, какой страшный взгляд, да, взгляд. И номер два, взгляд на что-то, это что мы думаем по конкретному вопросу. То есть это как синоним мнение, позиция, взгляд. То есть что мы думаем по конкретному вопросу. Например, мы можем сказать... На мой взгляд, очень хорошее слово, на мой взгляд, это как по-моему, на мой взгляд, русский язык не такой трудный, как все думают, на мой взгляд. Взгляд – это моя позиция. Или можно сказать, я изменила мой взгляд на... этот вопрос. Например, я думала, что русский язык очень сложный, но я изменила мой взгляд на этот вопрос. То есть взгляд – это позиция по конкретному вопросу. Так, теперь взгляды. Взгляды множественные, много взгляды. Взгляды – это как более общая философия, позиция по жизни. То есть это позиция по многим аспектам, многим вещам. Это взгляды. А, например, можно сказать, в моей семье у всех консервативные взгляды. То есть консервативная. Они видят жизнь в консервативном плане. И можно также сказать, я не разделяю консервативных взглядов моих родителей. Я не разделяю, значит, я так не думаю. Я не разделяю консервативных взглядов моих родителей. То есть взгляды мы видели с вами в другом видео, смотрите это видео. Мы видели с вами слово мировоззрение. Мировоззрение значит, как мы видим мир. И взгляды – это более глобальное, наша глобальная манера видеть мир. Например, все знают ее феминистические взгляды. Например, я феминистка, стопроцентная. И да, иногда мой молодой человек, мой муж, например, он знает мои феминистические взгляды, и поэтому он иногда шутит. Он шутит, он может сказать что-нибудь, например, женщины не должны так говорить. И он это говорит несерьезно, потому что он знает мои феминистические взгляды, и он как шутит со мной. Иногда я понимаю, иногда нет эти шутки. Да, значит, взгляд, два случая. Это как мы смотрим взгляд. Например, вы можете написать,
Татьяна, какой интенсивный взгляд, какой страшный взгляд. Какой выразительный. Выразительный, значит, может много показать эмоций. Это номер один. И номер два – это наша позиция по конкретному вопросу. И взгляды – это более глобальная идея о мире. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. И ваши вопросы тоже мне нужны, идеи для новых видео. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите у меня на сайте, конечно, russianpodcast.eu, транскрипции, упражнения, книги и клуб «Русская дача». До скорого, дорогие друзья! Пока-пока!